25-го мы выехали оттуда, взяли с собой матерей с детьми, ехало несколько машин, два автобуса. Остановились во Львовской области и поняли, что мы просто так не можем сидеть сложа руки, что там люди голодают, они требуют поддержки, и мы решили заниматься гуманитарной помощью. Вермишель, масло, какие-то крупы. Что можно подольше там похоронить? Рис, макароны. Может, рис они быстро. Вообще сумма. Ну, да, вот консервы. Так, котик вам заварили, потребно постель? Нет, постель можно, да. Можно. Вот спальники, вот спальники. Просто можно, не надо спальники. Вот спальня, да. Наша организация, она, в принципе, молодая, ей 3 года. Мы уже учили другие организации, как правильно писать грантовые заявки, как вести, как адвокатировать. Если у вас есть инвалидность, ты получаешь соцпособие, сиди дома и никуда не выходи. Мы поняли, что можно жить по-другому, что человек с инвалидностью может работать. Все уже поняли, что ребенок с инвалидностью – это не страшно, не надо отчуждаться. Чуть-чуть помочь, дальше может и социализироваться в обществе. Доброго дня. Доброго. Ну як ви тут? Доброго. Гарно. Да. Дуже гарно. Чуть-чуть вже все отошли вже від цього. Так. Так. На третій чи другий? Другий день. Другий. Так, ми були знайомі з Миколою ще до війни. Ми жили в одному місті, Сєвєродонецьк. Він допомагав, так? Чоловік на інвалідності, має інвалідність. Ми вже коли дійсно все літить, все рушиться. В общем, що успіли, взяли от, і буквально виползали із квартири. Наші діти в підвалах, наші взрослі в підвалах. Ну всі, почти весь город в підвалах сидить. Додому хочеться. В 14-му году переживав війну, і я, знаєте, як знаю, що таке бомбіжка, і коли ти безпомощний, ти нічого не можеш зробити. Осколки, вони не смотрять, є у тебе інвалідність, або ти дитина, він просто вбиває. Нам есть ради чего жить, нам есть что защищать и кого защищать. Мы уже загрузились, да? А, медикаменты. Сейчас медикаменты будут загружать. Супер. Сегодня хороший день.